Всем привет, ребятки! Сегодня мы будем играть прическа Chance! Вот. Какая-то тут нам сова встречается. Привет, совачик! Не совачик, а сова. Да, сова. Смотрите, здесь птица. Какая-то еще ленивец. Вот. Как-то ленивец или как-то по-другому. Леопард. Не леопард. Жираф. Давайте заходить. Смотрите, здесь сколько много животных. Да мне. Так, подожди. Кстати, ребятки, поставьте лайки. А мне не нравятся лайки. Нет, дизлайки не ставьте. Когда мы не будем снимать такие клевые видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Канал. Давайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Вау, какая она милая. Птичка-невеличка. Птичка-невеличка. Теперь надо пенку. Интересно, какой у нее будет цвет вот этот? Желтый. А вы как думали? Я думаю, что красный. А ты, Ален, как думала? Синий. Красный, красный, как будто... Как будто... Я... Вау, смотрите. Я подумала, что вот такое золото, ну, как солнышко. А я подумала, то, что у нас будет красный. А я подумала, зеленый. Зеленый. А смотрите, она хоть... Она все рисует по фотографии. Когда у нее была такая мама? И в нее все, наверное, влюблялись. Вон бы сейчас был День Святого Валентина. Да. Ай, ладно. Не будем мечтать, будем работать. Да. Видит папа нам это сказал. Что папа? У нас нет же папы. Есть. Да ладно, давай играть. Да нет. Вау, смотрите, она такая... Напишите в комментарии, вам нравится это или нет. Мне что-то не совсем. Мне совсем нравится. Ну вот если бы убрать вот такие вот штуки, то бы когда было красиво. Ален, я выберу, а потом ты будешь то, что ты захочешь. Вау, с фруктовым? А вы видели в гадке я? Там, когда миньон один, одел себе фрукты на голову. И, кстати, напишите в комментарии, вы смотрели «Гадкий я»? Кстати, и напишите в комментарии, вы пойдете на Бэйби Босса Молокососа? Я вот пойду. А я пойду Бэйби Босс Ванечка. Бэйби Босса Ванечки нет. Вот только Бэйби Босс Молокосос. Я пойду Мэйкосос Молокосос. Пойду. Ты вместе со мной пойдешь. Да. И папа пойдет с мамой. Прям выбирай, кем ты будешь играть. Давай леопардом. Нет, давай не леопардом. Я выберу. Нет. Да. Уже это только что играли. Другое что-нибудь. Веткам же не интересно смотреть одно и то же. Давай. Или жирафа. Выбирайте скорее, ребятки уже ждут. Леопарда. А это было обычное окошко, значит. Где она просто была грязной. Ой, какая она молодец. Кстати, ребят, пишите в комментарии, какие вам игры нравятся. Пишите в комментарии... Роблоксе. Да, в Роблоксе. Какие вы там карты нашли. Я очень много нашла. Я просто... Их не прошла. Вот иду я все прошла. Я удивилась, то, что я первый раз все прошла. Да, я еще не все прошла. Прошла-то. Нет, ты можешь уже поставить пока призы. Нажимай на стрелку. А ты закончила там? Нет, видишь, сколько. А ты закончила леопарда? Нет. Надо делать. А интересно, какой она там цвет? Цвет? Ну, я думаю, как она и была. Нет. Ну да, я угадала.
Ну, все, наверное, угадали, да? Да. Хочет мои ноги трогать. Ай, слушай. Не, он такой холодный и приятный. Он иногда бывает горячий. Вот у нас горячий фен. А напишите в комментариях. О, у вас какой еще? Горячий и холодный. Или теплый. У нас горячий, такой приятный. Давай, покрасить, чтобы у нее не спало. Давай. Теперь над ней вот эту вот штуку сделать. Не леопард, я думаю, леопард. Вот и все, и леопард готов. Готов? А знаете, как я думаю, кто самый быстрый животное на земле? Это гепард. Или пантера. Больше это леопард. Леопард, наверное, нет. Или гепард, или леопард. Ну, короче, всех замотаюсь. Пока я принес ананас. Давай, ставь и нажимай на стрелку. Потом еще получим. Да. Давай, давай. Вот, видишь, остренькие, надо их поточить. Давай, точи. Amazing. Давай. Вот, голубой. И что там будет, интересно, на весок? Напишите в комментариях. Я думаю, такие штуки, вот как вот, вот где черненькие на лапках. Наверное, такое будет. А вы как думаете? Very beautiful color. Правильно, нарисую. Вау, я угадала. А вы, ребятки, угадали? Я не угадаю. Алё, а ты как думала? Я думала, что... Солнышко? Нет, вот это вот. Вот это. Я тоже думала. Значит, мы с тобой угадали, да? Да. На руку выйдешь, вот это чинка. Вот что. Ты сейчас, Ален, закончишь, и я потом буду, ага. Можно еще один? Умею. Ну, один разочек. Хорошо. Два разочка. Нет, один. Ну, можно два. Ален, давай одевай. Одевай. Нажимай на крестик. Что ты мне там ногу ломаешь? Ты нажимай это на стрелку. Ой, не на стрелку, а крестик. Все, я буду. Я хочу. Теперь я. Я хочу. Я хочу. Ладно. Я два. Я. Нет, ты одно и все. Одно. Я выпью. Одно, и потом, может быть, мы будем прощаться. Не появится, ну, кажется. Соник. Соник будет. У нас будет Соник. Опять Соник. Нет. А, он уже не... Фу, у нас был... Подождите. А такая у него водичка. Как он сейчас был? Как он локит? Его надо вот так вот. Сидеть. Ой, ты что у него за волосики? Да? Надо побрить, его сейчас и побрить. Да какая-то штука. А вы знали, что сегодня? Какое число? Ну-ка, давайте вспомним. Если вчера было 20-е, то сегодня 21-е. А зачем это зависло? Зависло? Что-то висает. Смотри! Смотри, бежишь! Это ты чья? Вот еще бандочка. Ну да, там, по-моему, тоже есть панда. Или... Давай посмотрим. Давай посмотрим. Да, сейчас я закончу, и ты потом будешь панду. Если там будет. А, там есть точно. Или нет? А, там медведь. Панды там нет. О,
она хотела голубого пороться. Я что-то думаю. Я думаю, что она хочет голубого цвета. А все, что ли, вот мы подстригаем. Ой, а я что-то замолчал. Чем вас занять таким? Вот мы делаем такую прическу. Он, наверное, супербордист. Он панчинка. Смотрите, панда. Написать вам комментарий. Выглядеть такой, который дался сейчас экран с Соником. Написать вам комментарий. Ну, на канале снова вот эти, кто сжигает Соник. Нет, Даша. Скажи, знаешь что? Ну, иди, иди. Скажи, знаешь что? Да. Very good. Now put on some eyeshadow. Напишите вам комментарий, какие вам животные нравятся. Вот здесь я. Мне нравится пандочка и игрушка, вот она. Не, я имею в виду из игры. Из игры. Мне вот нравится. Вот и леопардик. А тебе мне нравится. А мне нравится птица. Very nice. Ты чё? Птица. Птица, мне тоже нравится птица. Сейчас Алёна, да, сделаю, и мы будем прощаться. А-а. И потом ещё поиграешь. А-а. Смотри, какая красавица! Сохрани в Google фото, все, сохранили. Тебе еще раз программу снимать. Надо попрощаться уже. Нет. Ну и всем пока, сегодня. Я просто хочу выключить. Было Даша и Алена.